Chwała Bogu. Witam wszystkich serdecznie. Ja bardzo dziękuję Bogu i wasz zbór, pastorze, że wy przyjmujecie nas. I ja teraz przyjechał z moim synem Eugeniusz i moja żona Oksana. I z nami przyjechał pastorz, on z wschodu Ukrainy, z Poltawy. Брат Сергіюш, він близько мешкає до Росії, 150 кілометрів до Росії. І той раз він буде мовити Казані. Бог його благословив, і в нього файне Казані, і приклади різні. Він є пастош, місіонаж, і його праця в вьостках. Вони звістують Євангеліє в вьостках, і Бог робить свою працю, і він отворив вже два збура, і в вьостках отворює далі. Він їздить і звістує Євангеліє, аби кожен прийшов до Бога і був вместе з ним на небі. Бог нас збавив для того, щоб ми збавляли і других, і звістували Євангеліє. Тобто, кожен християнин має звістувати Євангеліє, бо так мовив Ісус, коли він йшов на небо, він мовив, ідьте по цілому світу і звістуйте Євангеліє. Хто буде вірити, тот збавлений буде. Амен. І тому най Бог благослови пастожа, він зараз буде мовити казання, мій син буде тлумач, най Бог благослови їх. Амен. Слава Богу. Меня зовут Сергей. Мам на ім'я Сергіюш. Я родился в городе Кривой Рог. Родився в такій місті Кривий Рог. В 20 лет я покаялся. Коли маємо 20 лет, то віддаємося Богу. Ну, до этого я успел пожить такую интересную жизнь. А до того часу уж таким цікавим життям живем. Что даже родная мать меня не хотела знать. Навіть моя матка не хотела меня видеть. Ну, я очень рад, что я попал в церковь живого Бога. Дуже щасливий, що прийшов до костела. Где я узнал, что Бог любит меня. Где увижим, что Бог коха мне. Что Он хочет мне помочь. Что хочет мне помочь. И что мой, Он мой отец, который очень сильно любит меня. И же Он есть мой отец, который меня очень сильно коха. И сегодня я знаю, что Бог, Он любит людей. И дальше я знаю, что Бог коха всех людей. И я знаю, что Бог хочет каждого человека спасти и помочь. И знаю, что Бог хочет каждого человека навручить, избавить. И хотелось бы сразу передать большой привет от нашей церкви. И хотел бы привитать костю от своего костела. И от своей семьи. И от своей родины. Пусть Бог вас благословит. Нех Бог поблагословит вас. У меня есть дочка. Мам цурки. Ее зовут Евгения, Женя. Она мама имя Женя, або Евгения, но Евгения. В прошлом году она пошла в школу. И в зашлом року пошла до школы. И в нее влюбился мальчик. И один хлопок закохался в ней. Сын мой, сын ее учительницы. То был сын научительки. И она говорит, папа, он хороший. Она говорит, этот хлопок, он есть добрый, нормальный, файный. Говорит, папа, он любит Иисуса. Она говорит, тато, он коха Иисуса. Я говорю, это единственное, что мне нравится пока. Я говорю, это только одно, что мне понравилось в нем. И вот один раз она такая стоит и говорит, папа. И одного разу она стоит так и мует до меня, тату. Ваня меня не любит. Ваня не коха. Я говорю, а с чего ты взяла? Для чего так муешь?
Она говорит, а я, говорит, сорвала цветочек. Взяла квятки. И сделала так, любит, не любит. Так сделаем уже, коха, любит, не коха, не любит. Коха, не коха. Говорит, папа, получилось, он меня не любит. И так стало, что он меня не коха. Знаете, я рассмеялся. И засмеялся. А потом я понял, что часто наша любовь, мы так же само себя чувствуем по отношению к Богу. Любит, не любит, любит, не любит. И разумеем, и так помышляем, что так само и мы с Богом так само рубим, что коха, не коха. Мы часто занимаемся это, любит меня Бог, не любит, любит, не любит. И так рубим так само же, где-то коха, где-то не кохами. Дела идут хорошо, любит. Как какие-то справы идут хорошо, то коха. В бизнесе все хорошо, любит. Як в бизнесе все хорошо, то коха. Где-то что-то заболело, может, не любит. Як что-то уже заболело, то уж не коха. И у нас вот такая жизнь иногда, любит, не любит. И есть такие у нас жизни, же коха, не коха. Понимаете, о чем я? Разумеете? Но Слово Божье говорит, что Он нас любит всегда. Слово Божье говорит, что Он коха нас завше. И нам надо понять и это принять, что Бог нас любит. И повинен зрозуметь, что Бог наш коха завше. Даже если в нашей жизни что-то идет не так, какие-то трудности. Навіть як щось іде не так, як би хотілося, або якісь труднощі. Проблеми в сім'ї, в здоров'ї. Якісь труднощі з здоров'ям або в родині, це ще не так. Бог все равно любить меня. І Бог обоєднє коха мене. Бог любить тебе. Бог кохає тебе. Бог доказав нам свою любов. І Бог у поводні показав свою милость. Римлянам 5:8. В Римлян 5:8 написано, что но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что и Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Але Бог доводит свою милость к нам, бо коли були ми ще блудцями, Христос за нас умер. То есть Бог доказал любовь. Бог удовольнил свою милость. И поэтому я всегда могу быть уверенным в том, что Он любит. И вот доказательство Его любви – это Иисус, распятый за нас. Для того могу быть завше переконанным, что Бог коха ми, милує ми, для того, что Христос умер за нас. Мы все любим, конечно, Иисуса, но очень часто мы не доверяем Ему. Всі кохаємо Ісуса, а часто не віримо йому. Потому что иногда мы где-то все равно сомневаемся в Его любви к нам. Для того, что где-то, кедись вонтмимо в Его милости. И то, что Он желает нам всегда добра. И то, что Он завше хочет для нас добре. Но Бог, Он доказывает свою любовь. Але Бог удоводнив свою милость. У меня один знакомый с Америки. Мам, одного приятеля з Америки. И он рассказал мне историю. Он мне оповедил таком историю. Про своего молодежного пастыря. Про своего молодежного пастора. Что однажды он пришел к невесте и сказал, я люблю тебя. Же певного разу он пришел до своей девчины и поведел, что он ей коха. Она посмотрела на него и сказала, докажи. Она попросила на него и поведела ему, что удоводни то. А ему исполнилось тогда только 18 лет. Он мав тогда еще только 18 лет. Он купил первую машину. Аккурат купил свой первый самоход. Мальчики, мужчины понимают, что такое первая машина, мечта. И хлопаки ведут, что... Всей юности. Як то есть первый самоход, то есть мажение всех хлопаков. И он задумался, как я могу доказать свою любовь. И он помышлял, как могу удовольнить свою милость до этой девчины. И он взял, продал эту машину и купил кольцо. И он взял этот самоход и спшедал. И на те пеньонзи купил в обрончике. И подарил ей. И отдал этой девчине. И, конечно, она поверила тогда, что он действительно ее любит. И очевидно, что она уверила и зауфала тому, что он ей, ну, на правде кох. Потому что любовь была подтверждена делом.
Dlatego, że on udowodnił swою miłość справу. И Бог он также отдал сына своего, чтобы мы были уверены сегодня в его любви. И Бог сделал так само, же отдал своего сына и удовольнил то свою милость, удовольнил через то, что отдал своего сына. И я знаю, что сегодня Бог любит нас. И знаю, что Бог коха дишей нас. Какие бы мы трудности ни проходили. Какие бы трудности, проблемы какие в жизни не были у нас. И возможно у тебя сейчас какие-то трудности с здоровьем. Может быть, какие-то маешь проблемы с здоровьем. Ты можешь сказать: Бог любит меня. Можешь поверить, что Бог коха ми. Мой Бог со мной. Мой Бог есть со мной. И если я знаю, что Он любит меня, я тогда могу Ему доверять и Его Слову. И как Он меня коха, то я могу верить в Его Слово. Аминь. Аминь. Почему мы иногда не доверяем? Потому что мы не уверены. А действительно ли, если я это буду делать, то все будет... Для чего когда-то не уфаме тому слову? Для того, что часами не стешме переконані в том, что те слово Божие будет делать в нашем жизни. И Ефесянам 2:10 написано: «Ибо мы Его творение созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». И в листе до Ефесян 2:10 написано: «Понявеш, естешми Его джерем, и в Христусе Иисусе зосталишми створені для шлахетних учинков, которые Бог вчешній приготовив, абишми в них жили». Я верю, что у каждого человека есть доброе дело, которое Бог предназначил ему исполнить. И верю в то, что для каждого человека есть тот шляхетный учинок, который Бог дал, чтобы чинили мы то. То есть, если ты в церкви, у Бога есть план на твою жизнь. Як єстеш в кощові, то Бог має якийсь план для твоєго життя. Не тільки для пастиря. Не тільки для одного пастора. Не тільки для діаконів, служителей. Або якихось помічників в пастора. Тобто кожен чоловік, він створений на якесь добре діло. Кожен чоловік має приготований якийсь шляхетний учинок для нього. І є то добре діло, яке тільки ти можеш зробити. І є такий добрий учинок, що тільки ти можеш це зробити. Є люди, через яких Бог коснеться тільки через тебе. Є такі люди, що тільки через тебе Бог приводить тих людей невіжонців. Тільки через тебе вони узнають, хто такий Ісус Христос. Тільки через тебе познаємо, хто такий є Ісус. У нас в церкві є кілька таких замечательних бабушек. Мам в кощові таких, ну, якісь бабчі там. Вони всім всюду проповідують. Они завше и всюду мовим о Иисусе. И одна бабушка все время говорила, говорит: пастор, ну я так хочу служить Иисусу. И одна бабушка завше мовила, что так хочет служить Иисусу. Но я не знаю, где бы мне послужить. Я не знаю, как это сделать. И тут ее дочкам приходит хорошая мысль, что их мама заболела. И тут цюречки... Ти кобети поміщали, що вона захворувала. Вони теж віруючі. Вони так само і свіжонці. І вони повірили, що мама боліє. Вони це ж так увіжили, що мама захворувала. Мама говорить: а у мене все хорошо зі здоров'ям. Мама моя вже, ну, все нормально. Но дочки вцепилися: ні, мама, тобі потрібно лечь в лікарню на обслідування. А цурки моя вже потрібно йти до лікаря для бадання. И вот она лежит в больнице и читает Библию. И когда она была в лекарь в шпиталю и там читала Библию. В Украине Библию читают только только протестанты. На Украине Библию читаем так только какие-то, ну, протестанты. Православные не читают, только сектанты. Никто так не читает Библию. Да, поэтому если человек читает Библию, значит это сектант. А как человек читает Библию, то он есть какой-то сектант. Да. И вот она сидит в палате,
читает Библию. И она сидит в том шпиталю, читает. И вот заходит медсестра, которую она раньше не видела. И приходит там пеленгарка. Она говорит, а что вы делаете? И мы до ней, что вы делаете? Она говорит, Библию читаю. Но мы уже читаем Библию. Она говорит, а правда, что это Слово Божье? Она у нее питает, что это что есть напевно то Слово Божие? Она говорит, конечно. Она говорит, же так учище. Говорит, так а почему вы тогда ее только себе читаете? Посмотрите, тут еще 6 человек в палате. Она питает мне, для чего только для себя читаете? Может, для всех почитать то Слово Божие? И она начала, она такая, точно. А так помышляла, напевно, то так может сделать. И она начала читать Библию в палате. Где она лежала? Зачем читать в глаз для всех? Всем прочитала, все покаялись. И все, кто там был, то навручилище. Она пошла в другую палату. Пошла до иного покоя, который там почитала, все покаялись. Там так само, когда читала, то все. И она говорит, пастор, я знаю, что мне делать. Она сказала, что пастор, я знаю, что мне нужно делать. Я буду ходить в больницу, читать Библию. Бендом ходить до шпиталя и там читать Библию. У нее есть ее доброе дело. И она имеет этот шахетный ученик. Буквально на прошлой неделе в зишнем тигодню одна сестра попала в больницу, у нее нашли рак. Одна кобета трофила до шпиталя, у нее зналазли рак. И она подходит и говорит, пастор, я верю, что мне просто надо с кем-то там поделиться Евангелием. Она подошла до мне и верит, что там ма для кого-то звестовать Евангелие. Я промолчал, потому что я боюсь немножко такой веры. Так ни с ней поведжу, для того, что так боишься, так и сильной веры. Но она попала туда, она проповедовала Евангелие. Ну, а там пошла до того шпиталя, и там глушила Евангелие. Она пролежала неделю, и врачи сказали, у вас нет рака. А там была один тиждень, и лекарь сказали, что уже не мачи этого рака. У Бога есть для каждого доброе дело. И Бог ма для каждого шляхетный ученик. Есть то доброе дело, брат, сестра, которое можешь сделать только ты. Есть такой добрый ученик, что можешь сделать только ты. Я тебе. Знаю, что все христиане хотят делать доброе дело. Вем же все христиане, вежонцы, хотят делать ты шляхетный ученик. Но очень часто мы считаем себя недостойными. Часто, ну, вважаем, что не можем этого сделать, не стоим. Мы смотрим на свои ошибки. Почему на свои бленды? На свои грехи. На свои грехи. И мы говорим, ну, наверное, Бог, ты не сможешь меня использовать. И мы уже, может быть, Бог не ма змоги використать мне. Вот ты там можешь использовать только вот там совершенных людей. Бог, ты можешь використать каких-то там досконалых людей. Достойных. Досконалых. Но Библию, мы в Библии видим, что Бог всегда использовал недостойных людей. А в Библии почему же Бог завше використав недосконалых людей? Мы смотрим на апостола Павла, мы смотрим в Библии на апостолов. Почему на всех апостолов, апостол Павел, який был навручений через Иисуса, и на всех иных? Мы восхищаемся этими людьми, но забываем, какими они были изначально. Мы смотрим на них, а запоминаем, что они теж так само были недосконали. Вот Бог нам дал великое поручение, Марка 16 глава с 15 стиха. И им поведжав, вижучите на целый свят и глощите добром новине целому створению. Кто увержив и застанет охшенный, будет сбавенный. За ж тем, кто не увержив, будет сказанный. Тем, кто же уверили, будут товарищовать такие знаки. В моем имени будут вижучать демоны, будут говорить новыми языками, будут брать венже, на то им не зашкоджи. Хоть бы троянцего выпили, будут накладывать ренце на хорих и будут еще добре мили.
Это великое поручение. Он дает, говорит, больных исцеляйте, Евангелие проповедуйте. И то есть слово Иисуса, что Он поведжал, чтобы мы делали. И мы думаем, что это такими были. Он дал это каким-то суперменам. И так мышлим, что это какие-то таких суперлюди были, же кому Он поведжал. Ну давайте с 9 стиха прочитай, пожалуйста. С 9 вершу написано. Заж Єзус, коли встав з мертвих рано, першого дня тигодня, указав ще найперш Марії Магдалені, з якої вижучив щедим демонов. Заж вона пошла і ознайміла то тим, що з ним були болейонцем, розплачонцем. А чи коли услышали, що жиє і що був через нього віджаний, не увіжили. Але потім в інших зевненчних Штавчий указав ще двом з них, коли йшли, поданжаєм на поле. До 15-14. А вони одійшли і повіджали, то позоставим, і тим не увіжили. Смотрите, Слово Боже говорить, що коли їм явилися і говорять, Ісус воскрес, вони що, не повірили? І вже віджимо, що їх написано, коли Христос показав ще Марії, вони її не увіжили. Коли тим двом показав ще, там теж не увіжили. Опять приходять, вони опять не вірять. І знов так само, що приходять до інших, а вони знов не вірять. І от цим невіруючим людям, і тим всім невіжонцим людям, сумніваючимся, які вонпіли в тим, Бог дає велике поручення. Бог мовить до них, щоб вони то все робили. Говорят, вы пойдете и будете больных исцелять. Мы же бенджачи уздравить. Братья и сестры, они были тоже сомневающимися, неверующими людьми. Они были такие сами, как которые вон пили. Но Иисус знал, что когда на них сойдет Дух Святой, а Иисус верил, что когда придет Дух Святый, то Его силы не смогут делать много. То Его сила вони будуть мати можливість робити то все. Коли ми спаслися, ми прийняли Духа Святого. Коли навручилися, ми то прийняли Духа Святого. І, несмотря на наші ошибки, не бачу на всі наші блонди, наш Бог через нас буде робити великі діла. Наш Бог буде робити через нас. Вся Біблія показує о том, що Бог использовал несовершенних людей. І ціла Біблія є таким доказом, удоводним, що Бог завжди використав недосконалих людей. Мені подобається Гідеон. Подобав мені ще Гідеон. В 6 главі книги Судді. Коли в 6 розділі Ксенжга Сенджучі. Ангел приходить йому. Ангел приходить до нього. А он ночью там пшеницу молотит, щоб ніхто не видели. А коли був нос там з тим зерна там молочить. И ангел говорит ему, Гедеон, муж сильный. Ангел до него говорит, что Гедеон муж сильный. Он говорит, он где? Он говорит, муж сильный. Почу, а где ты меньше есть? Ангел говорит, ты муж сильный. Ангел говорит, что ты есть меньше сильный. Гедеон, да я тут в страхе нахожусь. Гедеон говорит, что тут боимся этих всех филистимлян, филистимчиков. Кто там был? Говорит, ты победишь их. Он говорит, что звеченжишь всех. Он говорит, да я их боюсь. Он говорит, что ленкамся. А Бог говорит, нет, ты муж сильный, ты сделаешь это. А Бог говорит, что если ты сильный, ты все сделаешь, всех звеченжишь. И я знаю, что сегодня Бог говорит тебе, ты сильный человек. И вем же Бог дишай мою же ты есть сильный человек. Я помню, как только покаялся. Помню там же, как только навручимся. И пошли, я учился в колледже. Студиуем в тим, на колледже. И нас отправили проповедовать Евангелие по городу. И повідали, чтобы мы шли до места и там глушили Евангелие. И конечно, мы и шли, там у нас мусорники стоят, и там много людей, которых нет домов.
I my podchodzili do takich śmietników, gdzie tam jest ludzie, którym nie ma domu. I my dawałem рассказывать об Иисусе. I dla nich mówiliśmy o Jezusie. My ж лучше, чем они. Jesteśmy lepsi jak oni. My выглядим лучше, my пахнем лучше. На вигляд є лепший тим запах. Да. Нам є що їм сказати. Маме це повідомити для них. А вони смотрять на нас, говорять: "Та я к вам в житті в церковь не прийду". Вони так дивляться на нас і мовлять, що в цілому житті до вас не прийде до костела. А я говорю: "А чому не прийдеш?" В нього питаю: "Для чого не прийдеш?" Він говорить: "Та я не хочу, щоб пастор за мої десятини жив". Не хочу, щоб пастор жив за мою десятину, за офіару десяту. Я думаю, яка у нього десятина, він в мусорнике живе. Так мислю, що як він має тим десяту в чинці, як він живе на шмітнику. І так вони нас обматюкали. Вони мовили там, що жре слово, як то там. А приклинали. І кому ми не підходили, от таким людям. І як до таких приходили, до таких людей. Вони всі нас посилали. І завжди нас приклинали. І тут я смотрю, стоїть така BMW машина. Ти бачиш, стоїть такий дуже пекний самохід дорогий. І я внутрі слышу голос: "Подойди к ним". А ти в шротку слышу такий голос, щоб подешим до них. А я смотрю, там два таких сидять. Я так бачив, цей самохід, там такі дуже чоловіки сидять, два. Так, такая цепь золотая на дубе. Такий ланцюг. І я розумію, що це якісь бандити. Я розумію, що це є якісь бандити, так? Бандити. І я думаю, якщо мене зараз от ці от там посилали б. Я помішаю вже, як ті люди зі смітника приклинають на мене. То ці зараз машини вийдуть, мені ще щелбанов надають. То ті люди можуть ще побити. Я говорю: "Господи, мене і так сьогодні вже стільки раз унизили". Мує, що Боже, дійсно так вже єстем поконаний. Якщо ще ці зараз унизуся, то я взагалі вже ніколи проповідувати не зможу. То як ще ті люди, то мене поб'ють, то ніколи не будуть в змогі, щоб гласити Євангеліє. Я думаю, що Гедеон чувствував себе приблизно то ж саме, муж сильний. Мишлю, що Гедеон так само ще відчував, як я втеді. Ну, я думаю, що йди, подойди. Я уже перехрестился. Я уже так зробим хрест и подешим до них. Подхожу до окна. Подешим до окна, запукал. Окно опускается. То опущу. Что ты хочешь? До мне, что хочешь? Я говорю: "Я хочу вам рассказать о Боге". Я до них мы уже хотел бы поведать о Иисусе. Они такие с машины вылезли, такие подходят, такие: "Да, мы тебя слушаем". Так вышли с, ну, с самохода вышли, то и одразу мы уже так слухаем че. Через полчаса они каялись. И через полгодины уж навручились. Мы держались с ними за руки, и они молились о Богу. И тримались мы еще за ренцы и молились еще до Бога. Бог может любого человека коснуться. Бог мав змоги доткнувши кожного чоловіка. В Євангелі нуждаються всі. Амінь. В Слові Божому, Слово Боже потребуємо всі. І, браті, сестри, я дуже боявся підходити до цим людям. Браті, сестри, вже дуже боявся, лінкаємося подійти до тих людей. Ну, коли я підійшов, Бог почав діяти. Але коли подійшов до них, то Бог почав працювати. Якщо ти хочеш, щоб Бог через тебе діяв. Я хочу, щоб Бог через тебе діяв. Є одне просте средство. Є такий, є один спосіб такий. Треба щось робити. Треба щось робити. Ти, ми ніколи не узнаємо, на що ми способні, поки ми не почнемо робити. Ніколи не будемо бачити, на що можемо, як не будемо щось робити. Давид не знав, що він може побідити льва, медведя. Давид не відчував, що він мог звичайнити лева, медведя. І мішка. То мішку. Петр не знав,
что он может ходить по воде. Петр не видел, что он мог ходить по воде. Поэтому, ну, когда он пошел, он понял, что он может ходить. И когда он то сделал, когда что-то сделал, он побачил, что он мог идти по воде. Да, он начал тонуть, но Иисус помог ему. Так он, ну, начнул тонуть, но Иисус завжди поможет. И мы сейчас не говорим, Петр тонул. И сейчас не мы уже, Петр там тонул. Мы все время рассказываем, Петр ходил по воде. Но завжди мы имеем, что он ходил по воде. Поэтому нам надо начинать действовать, и Бог будет через нас делать свои дела. Для того, чтобы начнем что-то делать, и тогда Бог так само начнет делать свою справу. У нас одна бабушка, она всем всюду рассказывает об Иисусе. И мама там одна бабушка, которая, ну, завтра оповедует глощи Евангелия. Но она, ну, вот вообще, ну, настоящий христианин. Но она есть таким правдивым христианином. Она едет в автобусе, проповедует. Едет где-то на автобусе, там глощи Евангелия. У нее 3 домашних группы. Она 3 группы домовых. Она ходит в дом престарелых. Ходит до дом сеньоров. У нее там 30 человек церковь. Она ма там 60 человек в тем дому. Я раз пришел, я вот настолько был удивлен. Таким был здивлен, когда один раз пришел на тем группе домов. Она вот так вот говорит, так вот, ты видишь хорошо. Она говорит, так, ты добре видишь. Но она не видит, но слышит. Но она не видит, а слышит. Вот берешь ей и читаешь Библию, понял? Бежишь ты, бежишь читать для ней. Ты такие, понял. Добре. И вот она молилась за своих родных, которые живут в Москве. И первого раза она молилась за своим родиной, которая мешка в Москве. И она молилась за них уже, говорит, 15 лет. Она уже за них уж молилась 15 лет. А потом Бог говорит, хватит молиться. Едь и расскажи им обо мне. А потом Бог говорит до нее, что старче молиться, треба, чтобы поехала и, ну, сама оповедала о Иисусе. Он говорит, Господи, ну у меня денег нет. На мы же, пане, не мам пенензы для того. А у нас еще с Россией хорошие отношения, вы знаете. Ну, террас мамы такие добрые приятельские стосунки с Россией. Да. А Бог говорит, я дам денег. А Бог мы же, бенджешь меч пенензы. Ее благословляю деньгами. И кто еще и побогуславил теми пенензами. И она едет в Москву к своим родственникам, и все спаслися. И она поехала до той родины в Москве и поведяла, и все были навручены. Я когда услышал, то она могла бы молиться, но надо иногда и действовать с молитвой. Аминь. Когда это услышал, я помышлял, что молиться треба, но треба так само и что-то делать. Поэтому нам надо действовать, и Бог будет проявляться через нас. Для того потребно что-то делать, чтобы Бог показал все через наши дела. Я вообще очень сильно люблю нашу церковь. И барзо коха свой костюм. Мы проповедуем по селам. Глощим Евангелие, ну, а в вёсках, околицах. И я рассказывал пастору, что когда первый раз приехал в Польшу, я 2 дня искал, где села. И мы пастору же, когда приехал первый раз до Польши, то не мог знать еще какие же вёски, для того же просто езжаем и не видим, что та вёска, то вёска. Потому что там, где я живу, в селах нету даже православной церкви. Для там того, пьют все. Же, где я живу, там вёска, то есть, ну, нема костёла, все пьем. Если 2-3 человека не пьют, то они уже в Польше работают. Так кто ж не пьет, какие-то там 2-3 человека, то уж я дам до Польши просовывать. Так что спасибо Польше. Деньги Польске. Да, и там нищета. И там есть барзо беда. Но, знаете, там есть люди, которые нуждаются в спасении. Ведь там так само есть люди, которым потребуем Иисуса. Очень редко, чтобы люди хотели идти в эти села.
И bardzo rzadko, żeby ktoś chciał iść do tych wiosek. Потому что там никогда не будет большой церкви. Dlatego, że tam nigdy nie będzie jakiegoś dużego kościoła. W niektórych селах там 5 бабушек живет. Może być nawet taka wioska, że tam tylko 5 jakichś tam babci żyje i wszystko. И вот мы взяли миссию, чтобы ходить туда и проповедовать. И зачнули, ну, наш кощу так зачнул такую миссию, чтобы ходить до тех вёсок и там глашить Евангелие. И один раз я как-то сидел на пасторской конференции. И было так же, сидим на конференции для пасторов. И говорю: Господи. И мой паня. Мы столько сил. Так бардзо сил. Столько денег тратим, чтобы ходить в эти села. И тыле пеньонзы трачиме, чтобы ищ до тех вёсок. Говорю, а там одна бабушка покаялась. А там якась одна бабча навручилась. Боже, Господи, может, мы неправильно деньги используем? Паня, может быть, якось ну, для иных справ пеньонзы трачить. И знаете, Дух Святой просто внутри спросил, а сколько стоит эта бабушка? И Дух Святой так пытал меня, а или пеньонзы коштует та бабча? Душа. Я задумался и сказал, Господи, она бесценна. И так помышляем, что та душа той бабчи есть нема цены. Ее цена – это смерть твоего сына, это кровь Христа. То есть кровь Иисуса для ней цена. И я сказал, Господи, мы будем ходить и проповедовать Евангелие. И приезжаем, что будем дали то робить и ходить до тех вёсок и глашить Евангелие. Я когда первый раз приехал, я родился в миллионном городе. И родился в таком месте, где есть понад миллиону особ. И меня отправили миссионером в Полтавскую область. И спроводили мне как миссионера до иного воеводства там Полтавск. И мы сразу же поехали в село проповедовать. И одразу поехали мы до вёски глашить. И вот прошли всё село. И там ходили мы по всей вёске. Нас везде послали. И всюду приклинали на нас. А одна бабушка стала такая, она ей лет 90 с чем-то было, такая старенькая-старенькая. Одна бабча так попочила на нас, мало уже где-то, ну, 90 лет, может, венцы. И говорит, сынок, а мне, говорит, картошку надо выкопать. А так мой до мне, что сыну потребуя жемяки там вскопать. Ну, я ж проповедник. Ну, говорю, конечно, выкопаем. Ну, с этими сенажами, ну, очевидно же, будет помочь. Я говорю, где ваша картошка? Где то мачать эти жемяки? И бабушка как показала, сколько у нее картошки. Так, когда попочим, или мявим, то сделаешь тих жемяку. Я понял, я попал. И зрозумяем, что лепи бы того не мою. Она такая, я говорю, ну давайте лопату. Ну давай, ну мою же, чтобы дала то. Она говорит, нет, сынок, сразу надо, говорит, бурьян прорвать. Она моя же, не, на початок треба то траву то всичко вирвать. И я целый день этот бурьян рвал. И целый день на початок, навіть до тих джемяку не дошедли, вже треба було то вирвать траву. К концу дня я пожалел, що познакомился с этой бабушкой. И до конца того дня уж жалко уже, ну, споткаємося з тих бабчок. На следующий день я целый день копал картошку. На следующий день я уж с теми же жемяками был. Купал. Я в жизни лопату не держал. И то был первый раз, когда я мял те жемяки копать. Я на огороде только клубнику рвал, чтобы покушать. На даче. Ходим там на, ну, жеби там, какие-то овоцы, хиба. Но к концу дня мы выкопали картошку. На тот день уже все сделали. Я почувствовал себя, как апостол Павел, веру сохранил, течение совершил. Я чувствую себя, как апостол Павел, что все сделаем, что вяжет вера, это вера. Ну, я такой, до свидания, вера. Пусть такие, Бог вас благословит. До забочения, нех Бог по благослови. А все тело болит.
А цей чав болями. Я думаю, надо убегать отсюда быстрее. Если же треба ж бігнув одній. Друг бабушка ще что-то придумає. Ще щось може вимішлює для мене. Вона така: "Синок, а помолиться". А на мене вже: "Сина, а помолися". Я думаю, бабушка, отпустила б ти мене уже, а ти ще й помолитися хочеш. У мене я вже жити не хочу. Я вже ж хочу мити, але ти і ще молитися хочеш, і вже не можу ніц робити. Ну я так не сказав, я говорю, звісно, звісно. Я так не повідаю, ми вже, очевидно, добре. А він говорить, пійдемо в дом зайдемо. А ми вже додому хочемо. Думаю, зачем ще домой? Миша, для чого ще додому йти? Заходимо к ній вдома, вона ставні закриває. Заходимо до того дому, вона вже всі окна, двері, все замика. Я вже спугався немножко. Двір на замок. Вже так здзвонкаємося, для чого вона це все робить, все замика. Говорить, молись. Ну, молись. Ну, я коротко помолился, аллилуйя, Господи, благослови эту бабушку. Амінь. Там коротко так помолимся, вже нех Бог побогославить ти бабці і амін. Я думаю, вже убігати. І ще іч. Вона говорить, подожди, тепер я за тебе помолюсь. Вона вже, зачекай, зараз я буду молитися за тебе. І вона подошла, положила на мене руку. Подошла до мене так. І як почала на язиках молитися. І зачнула так на інших язиках молитися. Як почала славити Господа. Як зачнула Богу славити Пана Бога. Ви знаєте, таке присутствие Боже сошло. Вече так обіцяність Бога була. Вся боль ушла. Вся та боль. Руки, які були мозолі, боліли, все ушло. І навіть ренці, які всі болали, уж ніц не було. Таке відчуття, що я где-то отдохнув. І так відчуваємося, що десь будемо на вакації. І я говорю їй, розказуйте. Я мою же до неї же оповідайте. І вона розказує, що, ну, вона до сих пор думала, що в нашій країні гонення. Вона мою до мене же навіть до тієї пори мислила, що є переслідування. Ну, їй вже 90 з чим-то літ було. Вона мала вже 90 років і мішала, що до тієї навіть позже є пришлювання. Вона розказувала, як вони по 50 кілометрів ходили в ліса, збиралися, щоб комуністи їх не вбили. І повідомила, що колись вона ходила по 50 кілометрів до лісу, щоб там помолитися. І говорить, у мене навіть Біблія є. І мій до мене, що навіть мам Біблія. І вона підходить, у нього такий сундук стоїть, вона відкриває цей сундук, і там таке дно спрятане, вона відкриває і достає таку старую Библию. Она там подошла до какого-то там. Это он? Где было там схрон. Да. Схована Библия там. Вот такие есть бабушки в селе у нас. Даже так есть бабчи у нас. Да. Мы проводим там иногда детские лагеря. И робим обуз, да, для детских. И я говорил, что в селе очень-очень много пьют дети, они рано начинают курить, матюкаться. И мы уже на вёсках там, ну, дуже люди пьем, и те детско так само, ну, рано начинаем и палить, и пить. И когда они неделю с нами оказываются, с мужиками, которые не пьют, не матюкаются. И когда они один тиждень з нами, які люди не п'ють, не проклинають. В їхньому розумі починає відбуватися просто революція. І у них в голові попросту все зміниться. Я пам'ятаю, на третій день лагеря. Пам'ятаю, вже був той обуз і був третій день. Наші ребята сидять уже в кругу, прийшли на лагер. Там ти всі хлопаки, які там прийшли до того обозу. И к ним приходит один, который еще не был на нашем лагере. И там приходит один хопа, который не был через те три дни. И начинает матюкаться. И начинает проклинать. Ти так посмотрели на него. Так говорят, на него попочили. Говорят, слушай, мы нормальные пацаны, у нас не матерятся. И мы уже до него, если мы нормальными хопаками, мы еще не проклинами. Мы уже не курим. И еще не палим. Я думаю, yes. Так, мы сейчас же так.
Знаешь, мы не зря это делаем. Обуздаю свой овоц. И сейчас многие уже выросли. И теперь служат там Богу. Дуже тихо пакуешь, выросли. Знаете, каждая церковь, каждый человек, он может делать, и Бог будет через него проявляться. Каждый кощу, каждый человек может что-то делать для Бога, и Бог через него больше показать. Одна сестра у нас, она, у нее нормальное давление 180. Есть у нас там одна сестра, которая для ней чечнение есть 180, нормально. В Украине нет одна машина это где-то на 10-15 семей. На Украине там самоход, маем где-то один самоход может быть на 10 родин. Ну так и статистика. У большинства людей нет машин. И люди, вот эта бабушка, она с села 14 километров добирается попутками в церковь. И та бабча завше з вёски, чтобы до Кощова дойти, там завше по 14 километров мало идти. На пехоты, або на каком-то автобусе, або какой-то самоход. И она целую неделю молится, чтобы попасть в церковь. И целый тиждень молишься и проси Бога, чтобы в неделю трафить до Кощова. А на утро начинает на коленях. 2 часа стоит на коленях молиться. И каждый день рано она по 2 часа стоит на коленях и молится. Она полная, и дети ей сделали специальные такие ручки, чтобы она потом могла встать. И дети сделали для нее такие поручни, же, когда, по тех 2 часах могла поднести. И Бог через нее столько чудес делает. И Бог через нее делает очень много чудов. Ее внук в 14 году попал в Донецкий аэропорт. И ей внук, так? Когда был 2014 год, то и внук трафил до войска и был в таких... На лотниску в Донецку, когда это... Может, слышали, киборги, их там бомбили, там лучший спецназ России пытался взять. И там те все, которые хотели звичайно, что лотниску, то и стреляли, и там бомбы кидали, то все. Он получил орден мужества от президента. Достал орден. А бабушка молилась за него. Ну, винограды такого. А бабча завше за ней молилась, за него молилась. И вот он, когда пришел с армии, он говорит, бабушка, ты знаешь, Бог есть. И когда пришел с войны до той бабчи, тому и же Бог есть. Говорит, нас накрывают, говорит, градами, ракетами. Мы же, когда у нас стреляли. Все, говорит, просто, говорит, разорваны на куски. Все были... Разрываны на мясо, то все. Говорит, я стою, на мне ни одной царапинки. А я стою и не мам ниц на мне. И он всю войну прошел без единой царапинки. И на той войне, где он был, нигде ему ниц не было. А бабушка молится. А бабча молится за него. И Бог ангелом заповедает охранять. И Бог своим ангелом молит, чтобы охранили его. Однажды, там она живет на краю села, и там подпалили... Пожар был большой, камыш. Она живет в вёске, там на самом краю, там в конце вёски, и было одного раза уже, огонь был, пожар. Да? И вот уже это пламя, ветер был такой сильный, что уже пламя касалось просто крыш домов, где жила она, сын ее. И так и дуже был огонь, же ветер, когда вял, и то все... на его... то на ней на дом. И все в село вышло, и не могут ничего сделать. И ця вёска, вышла до того огня и не могла ни сделать с тем. Она вышла, встала на колени и начала кричать, «Иисус! Иисус!» Она встала перед тем огнем на колено и начала кричать, чтобы «Иисус! Иисус!» И тут ветер вдруг меняет направление, начинает дуть совершенно в другую сторону и гонит это пламя. И нагло ветер меняет свой керунок в ином стороне, и тен огонь
пошед, ну, от вёски в другу сторону. Всё село сказало: Лідка ведьма. И ця вёска повідомила, що Лідка ведьма. Ну так от, Бог делает чудеса, люди делают выводы. Бог робить свої суд, а люди мислять своє. Братья, сестры, я верю в то. И братья, сестры, верю же, что есть то доброе дело, которое ты можешь сделать. Же есть такой добрый чин, же только ты можешь что сделать. Ты можешь сказать: я не избранный. Можешь поедешь, же не естем обранный. И действительно, в Библии есть люди, которых Бог избирал, это как Иеремия. И на правде же в Библии мамы таких людей, которых Бог сам выбирал. Но как Еремиуш. Но так. Были такие, как Исаия. А были и так, как Исаиаш, которые просто откликались на Божий призыв, которые попросту отвечали на Божье повеление. Исаия 6 глава 5-8 стих. Więc powiedziałem: biada mi, zginąłem, bowiem my oczy widzieli króla wiekuistego zastępu, a nie jestem człowiekiem czystych ust oraz przybywam wśród narodu także nieczystych ust. Ale nadleciał do mnie jeden z serafimu, a w jego... I 8 wiersz. Wtedy usłyszałem głos Pana, który mówił: kogoś mam posłać i kto nam pójdzie? Więc powiedziałem: oto jestem, poślij mnie. My znamy, że proroku Isaii Bóg odkrył więcej niż wszystkim innym prorokom. I wiemy, że przez Izajasza Bóg powiedział najwięcej, jak przez innych. Бог показал ему очи и распятие, Исаия 53 глава, и красоту церкви, Исаия 54 глава. И Бог мою через него и про Иисуса, и про Кощу. Ну смотрите, он говорит: я человек с нечистыми устами. И как видим, же Исаия мою, же естем человеком нечистых уст. Он говорит: я недостоин. Другими словами, же не стем годны. Но Бог говорит: и кого мне послать? А Бог пита: кого мам послать? Исаия говорит: вот я, пошли меня. А Исаия ж мой: ото естем, пошли мне. Он был добровольцем. Он был волонтариушем. И Бог через добровольца сделал намного больше, чем через других людей. И Бог через волонтариуша сделал więcej, jak przez powołanych. Поэтому каждый из нас может быть добровольцем в Царстве Божьем. Dlatego, że i każdy, który jest tutaj, może być tym wolontariuszem w Królestwie Bożym. I делать то, что ты можешь, что может твоя рука. I robić to, co, na co mam zmogę i co, no, co mam zmogę robić. Amen. Amen.